Канарис, Аня и Командор. И это обзор на настоящих насекомых ЭКО. Почему они у меня открыты? Потому что только что снял видео. И видео записалось боком. То есть наоборот вообще. И как бы вы это смотрели, я не знаю. Поэтому такой обзор будет. Начинаем с 15 выпуска, в котором у нас футляр для больших насекомых и жук белый бриллиантовый. Давайте начнем с футляра. А наш футляр выглядит вот так. Это футляр для гигантских насекомых. Такой большой. На в нем только 10 секций. Как выглядит. Давайте посмотрим, как будут выглядеть там мои насекомые. А в футляре насекомые выглядят вот так. Очень классно. Наконец-то есть футляр для больших насекомых. Я очень рад. А мы переходим к самому выпуску. А вот так выглядит наш журнал. Жук бело-бриллиантовый. Блестящий белый цвет этого жука объясняется с особой структурой поверхности на крыльях. Вот он сам. Семейство. Листовики. Вот отряд палочники. Такие палочники. Семейство ты. Да, даже тлюв сунули. Ну офигеть. Скоро будут звать мушек. Семейство божьей коровки. Перепончатые копатели. Листовидка гигантская. Наш жук выглядит вот так. Он белый. Вот такой. На нем есть немножко серебрянки, но не больше, чем у того, кому мы сейчас перейдем. Переходим к 16 выпуску. А дальше у нас идет 16 выпуск. Пальмовый долгоносик. Долгоносики получили свое название за вытянутую в хоботок переднюю часть головы. Сам долгоносик. У нас тут вообще красный прям. У нас черный. Рот Генкса. Где Генксартис? Генксартриусы. Вот сфеногнатусы, которые обитают. Род прозопоколюсы, которые у нас уже были. Роды стерноцера, юодис и неоюодис. Оконемелости, закрытые сокровища. Здесь у нас насекомые. Генксартириус пари. А ну так у нас выглядит. Такой большой жучара. У него хвост серебрянки. Голова серебрянки. Что хоботок не в серебрянке. Ну. Переходим к 17 выпуску. А в следующем выпуске, то есть в этом, у нас идет многосвязь. Первая многоножка в этой серии. Которая маленькая, потом выйдет
большая. И сейчас помню, как она называется. А называется наша большая многоножка будет, как правильно, скалопендра. Вот те вампиры. Легко и просто. Переходим к самому журналу. Многосвяз. Триба. Триба орикини. Семейство белянки. Надсемейство. Тендродиноидея и сирикоидея. Особенности метаморфоза. А здесь у нас очень-очень много эволюций. Появление бабочки, появление жука, саранча, еще один жук и все эти хвост. Ругач Гранта. Так выглядит много. Так выглядит много свет. Такой. Маленький. На такую большую. Капсулу. Переходим к 18-му выпуску. А в 18-м выпуске у нас шершень. Такой шершень. Шершни очень крупные родственники ос, длина у которых достигает до 5 сантиметров. Вообще офигенно. Сам шершень, все про него написано. Род на осадке старого и нового света. Подсемейство геликонины. Отряд богомоловые. Много-много-много всяких видов богомолов. Отряд таракановые. Тараканы даже есть. Меня вот этот буга очень пугает. Который большой. Много мелких, даже американских видов есть. Пение сверчков. Здесь мы узнаем, как сверчок издает свой звук популярный. Жук олень Германа. И все. А в следующем выпуске у нас будет певчая цикада красно-черная. Но правильное название певчая цикада Хоэхис инкарната. Не сайт там красно-черный. Ух ты, блин. Наш моего экземпляра серебряная башка. Жало у него. Да, можно увидеть даже жало. Очень опасно. Крылья в норме. Это были настоящие насекомые ко. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем удачи, всем пока. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми на колокольчик и пока-пока. Ha 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 ha.